Это новости на Московском образовательном. Горячие темы, интересные герои, актуальные события, которые нельзя пропустить. С вами Дарья Стрижевская. Здравствуйте. Фотовыставка «Вызов Северному полюсу» открылась на центральной аллее Московского дворца пионеров. Работы расскажут посетителям о захватывающем полярном путешествии команды российских юношей и девушек к Северному полюсу весной 2016 года. Им предстояло пройти около 100 километров по дрейфующим льдам, преодолеть ледяные горы и опасные полыньи. Это была 9-я по счету экспедиция на лыжах к Северному полюсу. Командой руководил полярный путешественник, директор Государственного бюджетного учреждения Москвы, Центра дополнительного образования, лаборатория путешествий Матвей Шпаров. Экспозиция открыта до 12 декабря. В это время здесь пройдут открытые уроки экскурсии «Арктика. Фасад России». Вход свободный. Для участия в экскурсиях необходимо пройти электронную регистрацию на сайте golub.ru.